son. Сегодня у нас 31 января 2016 года. Вот мы вышли опять в город Барнаул на площадь Спартака. Здесь раздаем Евангелие. Брат Игорь Добунов. Вон брат Никита там пошел дальше. Ничего себе, конечно. Оно самое главное. Да. Все слова Христа о вечной жизни в одной книге сведены. Это редко бывает, тем более православный выпуск. Тут и сам патриарх, как говорится, постановка. Как я рада вас видеть. Слава Христу. А вам надо? Подарок. Аллилуйя. Кто раздают Евангелие? Я же не для себя, я же нас много, у меня семья большая, у меня дети взрослые. Нет, я имею в виду в церкви, вы в церкви? В церкви? Там что, в лавке бесплатно отдают? Я не знаю. Ну, женщина проходила, говорит, а я в лавке возьму, как будто там раздают. Я знаю, что я у вас брала, и что это самое. И что уже всем раздала, и думаю, надо же, мне не отдавать. Так, а тут еще, тут как и написано, каким шрифтом там напечатано. Да, замечательно, не так. Помоги Господу. Господи, слышал мои молитвы. У меня кончилось, мне Евангелие нужно. Помоги, Господи. Заходите на наш сайт. Там еще много всего есть. Там жития святых отчитаны. Можно слушать. Жития святых. Все. Подмечу вам православную. Православная церковь. Подарок Евангелия. Подарок Евангелия. Евангелие – подарок православной церкви. Бесплатно. Вот возьмите там все слова Христа вечной жизни. Слава Христу. Евангелие в подарок православной церкви. Евангелие. Все слова Иисуса Христа вечной жизни. Давайте. Протестантскую церковь ходили, да, и что? Есть там протестанты? Конечно, есть церковь, а есть секта ересь. Вот протестанты это вот чисто вот еретики, потому что они откололись от церкви еще. Вот про Мартина Лютера слышали? Был такой монах католический. Он восстал против католиков, ну, всей католической такой иерархии. И, в общем, с тех пор отделились сейчас священника и епископов. Те вот сам уклонились, открыли священство. Ну и их вероучение почти не отличается ничем. Ну так-то, да. Ну, люди, конечно, благочестивые очень, в отличие от православных многих. Но тем не менее, это не церковь, потому что не священство, а апостольских времен. Вы в Библии знакомы с Священным Писанием. Христос дал апостола, апостолы положили епископа. Епископы тем самым до конца времен рукополагают других епископов. Написано, если я с вами во все дни до скончания века, Матфея 28:20. Или Евангелие Иоанна 14:16. Матфея 16:17. Ты, Петр, на семь камней создам церковь мою, врата ада не одолеет ее, во все дни. То есть, нема такого даже одного минуты во всей истории жизни, истории мира, когда не было бы церкви. Мы тем самым представляем истинную церковь православную. Вот тут можете узнать на этом сайте, вот его гораздо больше, чем я знаю. Тут и аудиокниги есть, и Библия, толкование святых отцов, даже архипелаг ГУЛАГ, если вы можете. Хотите узнать, тут все море, куча информации. Бесплатно. Евангелие святое, хотите взять на русском языке? Тем, кто хочет читать Евангелие. Все слова Христа о вечной жизни. О вечной жизни. Все так. Читаешь? Покайся. Все слова Христа о вечной жизни. Представьте, какой. Я крещен. Поможет эта книга вам. Нет, все понятно. Надо читать теперь.
подарок Евангелия, все слова Христа вечно. Покаяться и веровать во Христа всем сердцем. Вот, возьми. Все слова Христа вечной жизни подарок Евангелия. Все слова Христа вечной жизни, Евангелие подарок. Вечной жизни. Все слова Христа вечной жизни, покаяние. Возьмите сами. Главное, что это переводится на дальних православной церкви. Это как Библия. Это на русском языке. Это все слова Христа лично. Все, что прошло, сказал, повечно. Ладно, вам должны, ничем должны. Мы только Господу должны. Верить, спасибо, спасибо. Возьмите, почитайте. У меня есть. А, есть такая, да? А есть данные вот эти наши. Возьмите. Тут телефон, если что, вопросы задавать можно. Помоги, Господи, слава Богу. Все слова Христа вечной жизни, Евангелие, подарок. Возьмите наш сайт, а? Молодежь. Евангелие, подарок. Все слова Христа. Возьмите сайт. Спасибо. Возьмите подарок, Иван. Вот видишь? Все слова Христа вечной жизни. Сзади идет. Господи, все слова Христа личной жизни. Подарок для вас. Православная церковь, Евангелие, подарок. Вот так вот это.